Всем доброго времени суток, с вами Нохит, и это очередной выпуск прохождения игры Мафия 2. Сегодня продолжаю проходить дополнение к игре, которое называется «Приключения Джо». В прошлом выпуске я проходил задание «Жмурик», а в этом выпуске я буду проходить задание «Лимузины». Если вам понравится, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Если не понравится, соответственно, поставить дизлайк. Также, перейдя на мой канал, вы сможете найти видео, где находятся все журналы Playboy основной сюжетной линии и все плакаты розыск. Если интересно, переходите на канал и смотрите. Приятного просмотра. Поехали. К сожалению, пока что из всех миссий я только задание «Жмурик» не смог пройти на золото, на буковку «С». Прошел на серебро, на буковку «Д». Теперь можем начать следующее задание. Ребят, вы видите, что это за баг? Тихо. То есть у нас как бы дверь не отображается. Смотрите, он ее открывает, но двери на самой двери нету. Прикольно. Как так? То есть вы понимаете, да? Ну, блин, ну это реальный баг. И даже звук, то, что дверь открывается и закрывается, есть. А, друзья, я сделал, ну, в прошлом выпуске, ну, кое-что забыл сделать. Я не сохранился, поэтому возле своего дома. Поэтому начинаем... Ай, как лагает. Поэтому начинаем со свалки бруски. Сейчас тогда поеду домой. Покушаю что-нибудь. Нет, дом здесь наш. Покушаю, чтобы хпшку восстановить. Но у нас хпшка не полная. Заодно и машину починю. Вот, а пока по нашей доброй традиции скажу, что... Не надо нарушать правила дорожного движения в жизни. И надо быть вежливыми на дорогах. Вот. Друзья, прошлый выпуск я проходил задание «Жмурик». Это пока что единственное задание, которое я не выполнил на буковку «С», то есть на золото. И, конечно, постараюсь другие задачи тоже на золото выполнить. Но если мне не буду даваться, как с прошлым, то не серчайте, ребят. Я вот в прошлый раз, единственный раз, когда я заново перепрошел миссию. Я больше этого делать не буду. Я буду перепроходить, только если я даже на самый низкий уровень, ну, пройду. Вот. А так, если будет там золото, серебро или бронза, то я не буду, ну, переигрывать. Пускай будет, как было бы это в первый раз. Вот. Но это, в принципе, и будет как в первый раз, потому что я еще ни разу не играл в другие миссии. Так. Меня чуть копы не увидели. Что, краш-тест? Да, краш-тест, Джо. Я же не знал, что все права понапали. Так, заходим домой. По-быстренькому кушаем. И идем на задание «Лимузины». Но это что-то будет связано, наверное, с Дереком, с доками, потому что там само задание берется в доках. Вот. Сохраняемся. Ладно, друзья, мне почему-то хочется журнал Playboy поискать, но я пока этого делать не буду. Показалось, что ваза стоит на журнале. Давайте уж лучше потом. Сейчас все задания я пройду и в отдельном ролике их найду. Вот. Правда, мы разыскиваемся. Кстати, а ладно, не буду возвращаться. Я просто хотел надеть наш классический джинсовую куртку с этой, с красно-белой рубашкой. Так, пойдем выполнять задание «Лимузины».
Надо маршрут простроить. Построить, точнее. Так. Ну, ребят, честно скажу, задачи пока что скучные и быстрые. Быстрые, потому что их нужно постоянно выполнять на время, а скучные, потому что нет сюжетки. Да, мы помогаем нашим друзьям. В прошлом выпуске помогли Марте, в позапрошлом. Я, кстати, так и не знаю, что это за мужик. Вот. Надеюсь, мы еще знакомых людей встретим. Честно скажу, я очень надеюсь... Блин. Я честно скажу, что очень надеюсь, то, что здесь будут какие-нибудь сюжетные еще миссии. Типа с диалогами, с видосиками и так далее. Как это было в «Свидетели». Кстати, я думаю, что журнал Playboy здесь будет находиться не на самих заданиях, как это было в, ну, в оригинальном сюжете. Потому что здесь задание нужно выполнить быстро, еще там время искать, подбирать журналы. Тоже, мне кажется, такое. Вот. Ну, я постараюсь. Я возле этих миссий, я везде все обыщу. И постараюсь найти все журналы Playboy. Именно для дополнения Mafia 2. Вот. Просто в, первые 50 журналов, которые в основной сюжетке, я нашел довольно-таки быстро. Потому что там было и время найти. Там было очень мало задач. Точнее, там были задачи на время, но в них не было журналов. Там были. Они были только в обычных задачах. Вот. И. И то, я, по-моему, когда я в первый раз игру прошел, я не нашел только два журнала. То есть у меня было 48 из 50 найдено. Я только потом еще раз перепрошел, везде еще тщательнее поискал и нашел эти два недостающих журнала. Потом уже выпустил ролик про них. Вот где здесь их искать, я вообще без понятия. Так, мы приехали к порту Дерека. Вот. Сейчас будем выполнять задачи лимузины. Давайте. Итак. Так, лимузины. Наша дельца с машинами начинает окупаться. Ты удивишься, сколько богачей жмутся страшнее, чем... Ты удивишься, сколько богачей жмутся страшнее, чем жидики из палисада. Мне только что заказали лимузин со скидкой. Найди его, быстро пригони в доки и получишь долю. Но имею в виду, что ни царапины не было. Побьешь, ничего не получишь. Так угоните лимузин и доставьте его в доки. Я так понял. Сейчас. У нас опять на время, как по стандарту. В смысле? Угоните роскошную машину в Хиллвуде. Нифига нам далеко ехать. Угоните. Офигеть там. Я надеюсь, здесь времени побольше дадут. Там ехать, вы сами видели сколько. Это еще только... Так, машина должна быть в идеальном состоянии. Ну окей, постараемся. Че нет? Офигеть. Ну, я так понял, сейчас добраться туда будет несложно. Сложнее будет вернуться, без царапинки, все дела. Ой, блин. Так, хоть правильно еду? А зачем мне так меня послал? Хотя... Да, возможно, это самый короткий путь. Так, нам тут направо. Ох, ребят, я чуть не умер. Там еще, наверное, охрана будет у этого лимузина. Ладно, друзья, посмотрим. Ну, если не на S пройду на золото, то хотя бы не опускаться ниже серебра. То бишь, это D. B это бронза, я так понял. То есть S. Тихо. Ну... Так, ты будешь у меня под носом ехать? Может, съедешь? Так, нам дальше. Я понял. Главное, времени не терять сейчас. Когда еще можно врезать. Когда еще можно врезать. А-а-а, ребят, я не пройду это задание, скорее всего. Угадайте, почему. А все, даже если буду аккуратно ехать,
И меня же, я же разыскиваюсь, меня тупо копы того. Так, тут сократим путь немножко. Тут немножко сократили путь. То есть даже если я, как это сказать, не буду, но буду аккуратно ездить, то меня тупо копы засекут. То есть они начнут за мной погоню и по-любому постараются протаранить. Но не могли еще, блин, этот, того, дальше задание сделать. Вот. Напомню, что я пока что ни одну еще миссию не переигрывал, кроме... которая была в прошлом выпуске, Жмурик. Вот, но больше переигрывать не буду. Мне кажется, уж лучше будет то, как было бы, ну, как будет с первого раза. То есть как будет, так и будет. Будет бронза, будет серебро. Да, я знаю, я сам себе противоречу. Я совсем недавно сказал то, что ниже серебра лучше не опускаться. Но это уже как пойдет. Вот. Ой, ребят, еще FPS проседает. Я крайне извиняюсь. У вас за этот глазную боль. Вот, ребят, а вот лимузин. Ребят, господи! Я так понял, это охранники? Ну вот, ребят, чего я и говорил. Стой! Дадим взятку, ребят. Давайте сразу к делу, а, ребята? Ладно, а теперь брысь, пока я не передумал. Да-да-да, все, только уйдите, пожалуйста. Ну, ребят, у меня время. Ребята, конечно, уже, ну, ниже балла получу, потому что, ну, как бы... А чё они... Я надеюсь, они этот. Ах ты, черт. Я надеюсь, они меня не спалят. Ну все, ребят. Знаете, если честно, уже пофигу на эти. Блин, не выходи. Джо, я хотел бибик, нажал вместо ЕФ. Так, теперь... Господи. Ничего не... Ну все, ребят. Ну все. Я ее уже повредил. Ребят, на самом деле уже пофиг на, на эти рейтинги. Не пройду, так не пройду. Я знаете, что постараюсь сделать? Вот здесь прям... Мастерская есть. Сначала туда заехать. Не потому что это бред, ребят. То копы, то еще что-то. Тут полно обстоятельств, которые могут тебе мешать выполнить задание. Конечно, постараюсь ее починить. Я не знаю, сработает ли это. Ясно. Да, еще игра подлагивает. Да. Конечно, это будет не самое профессиональное прохождение. Кстати, ребята, самое главное, я не знаю, почему игра подлагивает. Может быть, потому что бандикам, через который я записываю, слишком много оперативы у процессора жрет. Либо память, либо оперативы. Ну, в смысле процессора, либо оперативной памяти. Потому что, когда я играю без, ну, без включения бандикама, то у меня все летает. То есть у меня FPS минимум 50-60. Но бандикам жестко того снижает FPS. Блин, я ее уже побил. Конечно, постараюсь сейчас схитрить. Пофигу.
Я, конечно, постараюсь сейчас схитрить и починить лимузин. Как делишки? Я понял, что Дерек в таком виде ее не возьмет. Давай быстрее. Спасибо. Я понял. Ой, там еще машины. Вот тут некоторые люди по-умному себя ведут. А некоторые очень по-глупому. Вот они видят, что выезжает машина, но почему так трудно уступить дорогу? Причем иногда даже под колеса прыгают. Так, друзья, вот теперь нужно довести ее. И чтобы не царапинки. Ой, сейчас еще копы пристанут за превышение скорости. А здесь, в принципе, можно, это типа шоссе. Не давалось бы задание просто бы на время, знаете, когда нужно тупо за время успеть, а не еще дополнительные очки за это получать. Но я чувствую, что я на фиговую отметку пройду. Если честно, мне уже пофигу. Просто реально просто куча обстоятельств, которые могут на что-нибудь повлиять. Те же копы, там, какой-нибудь столбик. Охрана того лимузина. Я решил ее сразу вырубить, ребят. Еле-еле успел затормозить. Вы видели, что он сделал? Я ехал за ним, и он тут же... Точнее, он ехал по правому ряду и сразу стал перестраиваться. Надеюсь, там ничего не разбил. Ай, ну осталось еще мало времени, поэтому я на очень фиговую отметку, скорее всего, прошел. Но у меня еще 2000 дополнительных очков, я надеюсь, мне этого хватит. Да. Ребят, я не ожидал, что я пройду это задание на буковку S. Я прошел ее на золото. Я думал, сейчас на серебро или бронзу пройду. Фух. Ну так что, пока что последним заданием остается... Ну, в смысле, пока что, так скажем, задание, которое я прошел только на буковку D, то есть... как его, серебро. Это пока что остается жмурик. Вот. А пока что нормально, друзья. Так. С части контрабандистов. Но это пока не будем проходить. Тут у нас еще и вещдок на колесах есть. Еще есть спасение Марти. Ну, пока что 3 задания открыты. Я сейчас вернусь домой и сохранюсь. Вот. Я, конечно, постараюсь дальше проходить на самый высокий этот, очки, на самый высокий, ну, то есть на золото. Но мне, наверное, будет обидно, если я сейчас все пройду на золото, и только та миссия останется на серебро. Ну и ладно, если честно. На золото, так на золото. Вот. Ладно, ребята, я не буду тянуть время, ехать до дома, там... сохраняться, чтобы у вас тоже время не занимать. Поэтому, если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если нет, то, соответственно, дизлайк. Вот, в следующем выпуске я пройду миссию спасения Марти. Вот этот вот. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Easy go.